Друзья, всем привет! Не так давно около завода ПАК появился новый арт-объект. Это кованая скульптура. Называется она «Фонарщик». В те времена, когда не было электричества, именно фонарщики каждый вечер следили за состоянием фонарей и зажигали их. Данная композиция состоит из трех основных элементов – фонаря, лестницы и самого фонарщика. Обратите внимание на детализацию. На фонаре сидит голубь. Сам фонарь выполнен очень качественно. К фонарю приставлена лестница. Это головной убор. Массивный большой нос, щетина, трубка во рту. Ремень с изображением черепа. Общий вид на скульптуру. Здесь же, совсем рядом, через дорогу, находятся бабочки – садово-парковый арт-объект. Если вам понравилось это видео, подписывайтесь на канал Куб Путешествий. Всем спасибо за просмотр!